вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джала. Глядіть у гэтым выпуску. Адресные субсидии на жилье. У наступном годе эта тема тримає развитие. С уборкой урожаю треба поскориться. Кольки можно заработать на допомозе аграриям, доведаліся наши корреспонденты. Святло фресок Дионисия. Уникальные узоры иконопису представили у Гомелі. А зараз об гэтым и іншым больш подробязна. 426 мільйонаў рублёў накіруюць у будучым годзе банкі на крэдытаванне жылля па праграме адраснага субсідзіравання. Гэта ўдвая больш, чым сёлета. Крэдыты будуць выдаваць Беларусьбанк, Белаграпрамбанк, БПБ Ашшадбанк і Белінвестбанк. Нагадаем, адрасныя субсідыі могуць прадастаўляцца як на выплату часткі працэнтаў па крэдыце, так і на пагашэнне асноўнага доўгу. Сем'ям з чатырма і больш дзецьмі асноўны доўг пагасяць на 100%. З трыма дзецьмі ва ўзросце да 23 гадоў, якія сумесна пражываюць, на 95%. Дзецям-сіротам на 35%. Маладым сем'ям пры нараджэнні аднаго і двух дзяцей кампенсуюць 10% і 20% адпаведна. Гаспадаркі Гомельскай вобласці завяршылі масавую уборку цыбулі. Культура ўбрана на 500 гектарах, што складае 98% да плана. Сабрана больш за 20 тысяч тонн таварнай прадукцыі, што на чвэрць больш, чым летась. Ураджайнасць перавысіла 400 цэнтнераў з гектара. У мінулым годзе гэты паказчык складаў 305. Сабранага хопіць не толькі, каб задаволіць патрэбы насельніцтва рэгіёна і ажыццявіць закладку ў стабілізацыйныя фонды, але і рэалізаваць частку ўраджаю за межы вобласці. Удзел у сельскагаспадарчых работах – адзін з асноўных накірункаў другаснай занятасці. У фермерскія гаспадаркі адкрытыя акцыянерныя таварыствы з Гомеля кожную раніцу накіроўваецца па некалькі аўтобусаў. Хто выкарыстоўвае такую магчымасць зарабіць і колькі можа скласці дзённы заробак, даведаўся Олег Сінцюроў. Гомельский городский центр занятости полова 8 годины раницы. Менавіта тут збираются люди, которые имеют намер выехать на сельскогосподарчие работы. С початку года такой махчимостью скористались больше 3500 человек. Причем некоторые принимали удел у оплачиваемых работах не одной чем. Может, кто-то временно не работает, может, кто-то в отпуске находится и хочет подработать. То есть всех желающих мы организовываем, отправляем в сельское хозяйство. Женщин у нас больше. Мужчины тоже ездят, но мужчины там в качестве грузчиков что-то тяжелое перебрать, мешки поднести, вот в основном такая для них работа. А когда прополка, у нас больше женщин ездит, потому что мужчины не любят такую работу. Средний возраст тех, кто выезжает на работу, около 45 годов, зарубленные гроши выплачиваются одразу после закончения працовного дня. А прича того, работа у сельгаспрадпрыемствах есть завсёды, зараз уборка огородины, потом ее переборка у сховищах перед отправкой у гандовую сетку. Не глядя на дождь, у комбинате «Усход» литерально спякотный час. Необходимо поспеть убрать добрый урожай. С этой нагоды с городского центра занятости, что день сюда приезжают около 90 человек. А уже с завтрашнего дня их колькость увеличится. Зараз основные виды работ – уборка морквы, цибули, бульбы и капусты. У господарцы «Усход» за працовный день, який протягивается, звичайно, до половины четвертой годины дня, у среднем можно заработать около 15 рублей. Усе залежить от виду работы, так само у властной отказности. Например, моркву усе работники збирают у одну машину, кошт собранного потом поделить на усю бригаду. До речи, практически все ксупы и акционерные товариства различаются грошима. У некоторых фермерских господарках за работу могут пропоновать продукцию. У любым выпадку головная задача – максимально хутко собрать урожай, який сёлета по некоторых культурах оказался сапраўды рекордным. Даже из этих погодных условий, которые были в этом году, урожай мы получили неплохой. Даже посмотреть по луку, в этом году мы получили на 1000 тонн больше даже позапрошлогоднего года, когда у нас был самый большой урожай. В этом году мы получили больше. Неплохой урожай моркови, неплохой урожай капусты. Ожидается тоже выше прошлогоднего. Поэтому, в принципе, подтягиваем все силы для того, чтобы вовремя все убрать и не попасть под нехорошую ситуацию, конечно, под заморозки. Олег Сентеров, Евген Матеенко, телерадиокомпания «Гомель». У доме-інтернаті для састарэлых і інвалідаў Шубіна прайшла дабрачынная акцыя. Па традыцыі, з нагоды Дня пажылых людзей з падарункамі ўстанову наведалі члены абласнога аб'яднання прафсаюзаў і гомельскія студэнты. Разам з арганізатарамі акцыі там пабывалі і нашы карэспандэнты.
Юные волонтеры, представники областного объединения профсоюза уже данные гости у дом-интернате Шубина. Зараз тут проживают 106 человек. Прикладно 85% из них одинокие. С подарунками на все значные святы волонтеры приезжают до их на протягу опошних 7 году. Особливая дата у календары – День пожилых людей. Вы знаете, что когда мы поздравляем этих людей, всегда присутствует элемент грусти, такой сентиментальности, потому что в нас видят своих детей, внуков, и многих здесь знаем, их истории, их судьбы. С удовольствием рассказываем о тех предприятиях, на которых они раньше трудились. Представники профсоюзного руху передали керавництву дома-интерната грошовый сертификат на развитие проекта по вольной занятости. На этой сродке будут закуплены принадлежности для вязания, так само музычные инструменты. Волонтерский отряд «От сердца до сердца» университета имя Франциска Скорины уручил пожилым людям подарунки. Когда вот обычно, когда мы возвращаемся с таких поездок, дети, ну, всегда уезжают под впечатлением и с каким-то другим отношением к жизни, к людям, потому что они видят, как живут старики, что они нуждаются, как надо относиться, может быть, к своим родителям, своим родственникам. Они пересматривают свое отношение. Новички волонтерской группы – студенты колледжа мастерства имя Соколовского. Сюда они приехали с концертными номерами. Сюда приехали, наверное, первый раз. Готовились много номеров и петь, и играть на инструментах. Мне кажется, это даже больше ответственности, потому что мы хотим принести больше радости. Тут нужно показать всю нашу душу, что мы хотим помочь и много счастья людям принести. Ни один жихар дома-интерната не застался поза увагой. Тех, кто сам не смог прийти за подарунком, волонтеры наведали у покоях. До речи, окромя традиционных гостинцев, у гэты день каждый пожилый человек отримал лист, у яким юные гамельчане написали теплые слова и пожадания. И мы такие рады, такие жизнерадостные. Аж на и жить хочется. А когда никого не мая, кажется, ой, не хочется ничего. И понимаете, настроение какое-то есть. Понимаешь, есть, от всей души говорю. Ганна Ковалева, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель», Ветковский район. Новый проект у эфира «Беларусь-4». «Самая моя Гомельщина» – это цикл видеороликов об неповторном природном потенциале нашего краю, ярких фактах, якими подтверждают лидирующие позиции региона. Менавіта тут добывают 99% усёй нафты Беларуси. Тут размещены одни из самых буйных водоемов, другое по величине родовища калийной соли. «Самая моя» – это факты рекордсмены и великая любовь до своей родимы. Видеозамалевки, снятые с вышини птушиного полета, уже у эфира телеканала «Беларусь-4». Проект реализован при поддержке Гомельского областного комитета природных ресурсов и аховы навокольного осяроддя. Шедевры старожитно-русского иконопису можно убачить у Гомеле. У картины галереи Вашенки открылась выстава «Святло фресок Дионисия». У экспозиции каля 100 работ московского фотомастака Юрия Холдина. Ему спотребилось амаль 12 годов, как сфотографовать усе фрески Дионисия, русского майстра 16-го стагодия. Сдымки проходили у соборы Рождества Пресвятой Богородицы Ферапонтового монастыра у Вологодской области. Храм является помником сусветного значения, унесенным ЮНЕСКО в список сусветной спадщины. Он был расписан Дионисием и его сынами у 1502 году. Гэты роспис – один и приклад творчества выдатного представника московской иконописной школы, который заховался до нашего часу. Впервые в мировой практике – это дневная съемка фресок. То есть их целое столетие, их и у нас, и в Италии, снимали ночью, чтобы исключить влияние переменчивого дневного света. Юрий Иванович нашел камертон освещенности полуденной, при которой возникает вот эта колористическая гармония, то есть раскрывается полнота. Экспозиция будет працовать у Гомеля до 7 листопада. Сегодня гости, эксперты программы «Добрый вечер, Гомель» будут разважать про жаночую привабность. У чем заключается жаноцкая манкость и тем можно ее развить? Якая она, привабная жанчына, якими якостями повинна володать? Удельником интерактивного проекта может стать кожным. Телефонуйте у студию промога эфиру у Гомеля 34-22-43. Гэтые и іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфира спортивный огляд. С новинами спорту вас познайомить Михаил Садовский.